Правильный лыжник обрезан не брит. Выглядит он звероватым. Он на горе почти не говорит, а говорит только матом. Быть он не может, сезон нездоров. Чужд он побочных явлений. Женщин он любит чуть больше бугров, но ведь чуть меньше крепления. Правильный лыжник сушит носки на телевизоре прямо. Более вещи сухие близки, чем и комфорт, и реклама. Он глядит безумным взглядом на равнинные миры. Ничего ему не надо, только водка да бугры.